Декабрь 2016-го выдался щедрым на снег. Но независимо от того, идет снег или нет, его вывоз продолжается. Каждую ночь на улицах города работают лаповые погрузчики, которые очень быстро собирают снег с обочины дороги и только успевают наполнять КАМАЗы, которые делают по 10-15 рейсов за ночь. Один грузовик вмещает около 70 тонн. Так только за одну ночь и только из Октябрьского района вывозят по 900 тонн снега. И все это всего за несколько часов. Современная техника ускоряет работу. Северо-восточную магистраль и Волжский проспект очистили вмиг. Не только убрали сугробы, но и подмели, чтобы не оставить ни снежинки. За вывозкой будет пройдена колонна, подметет дорогу. Обработаем, если надо, антигололедным материалом. Мы стараемся делать все это оперативно, как бы всегда в этом вопросе прогрессируем. Единственное, что хотелось бы обратиться к нашим любимым гражданам, жителям города Самары, чтобы старались обращать внимание, где проводятся работы, и не припарковывали автомобили в данных местах. Техника и бригады рабочих трудятся во всех районах Самары. Автоколонны на дорогах, отдельные бригады на тротуарах. Даже в лютый мороз работают с огоньком. Коллективное усердие не оставили без внимания и горожане. По улицам видно, что убирают. Видно, что это дороги чистят. На выходных предприятие сработало хорошо. То есть фактов заторов движения серьезных не было. То есть проезжая часть была в удовлетворительном состоянии, обеспечила проезд транспорта. Каждые сутки по городу курсируют по 90 КАМАЗов. За три ночи на спецполигоны они отгрузили больше 15 тысяч тонн снега. Контролируют и работу управляющих компаний. Дворы тоже не пустуют. Над чистотой дорожек в выходные работали почти 2500 дворников. Олеся Корецкая, Марина Кравцова, Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.